Всем здравствуйте, всем большой творческий привет. У меня такая внеплановая работа свершилась. И мне так понравился этот процесс, процесс очень увлекательный. Моего сына попросили связать детскую шапочку. Ну, отказать я не смогла. Сейчас вы видите картинку с Инстаграм, по-моему, эта картинка. Девушка захотела для ребеночка вот такую вот шапочку. И связалась вот такая классная шапуля. Прям очень довольна, не стыдно отдавать. Я прям в восторге. Сейчас вы увидите фотографию на экране, я вставлю. Манекен у меня большего размера, поэтому для данного размера шапочка, естественно, мала, так как я на ребенка вязала. Я хочу продемонстрировать посадку, прям анатомический затылок, вот именно с этими убавочками. Посмотрите, какие красивые вот эти все убавки по затылочной части. Какие замечательные ушки с одной стороны. Я именно вот эту вот убавочку показываю. И с лицевой стороны также. Ну и, конечно, хороша пряжа, она прям распушилась. Я постирала в горячей воде. Прям насколько руки терпели. И посмотрите, у меня уже первый пушок какой большой. На YouTube нашла у одной женщины. Она сделала вот так вот на несколько размеров подсказку, такую шпаргалку, да. Я, собственно, идею взяла у нее вот эту. Но делала все по-своему. Я посмотрела, как она делает убавки-прибавки, я делала по-своему. И еще, да, я вывязывала укороченные ряды, чтобы лоб не был открытым, да, чтобы немножечко лобик был прикрыт. Поэтому я вот здесь вывязывала 3 сантиметра укороченными рядами. Мы рассчитываем с вами на любой размер. Каким образом рассчитываем? По плотности вязания. У меня в одном сантиметре 2,2 петли. 48 размер умножаю на свою плотность. 105,6 петель получается. И как у обычной шапки отнимаю, если у меня шапка с отворотом, я отнимаю обычно 10% на растяжение. Здесь никаких отворотов нет, поэтому 15%, ну как обычная шапка. Получается 90,6 петли. Я округлила до 91 петли. Вот мой 48 размер. Это количество петель на любой размер. Следующая колоночка. Глубина до затылка. Количество петель должно быть нечетное. Глубина до затылка. Вот, допустим, на своем примере покажу 14 сантиметров. Высота до ушек мы вяжем. Вот эту вот часть. 7 сантиметров. Высота ушек также 7 сантиметров. 7,7 в сумме 14. Вот она глубина до затылка. Дальше мы делим затылочную часть на 3 части, где центральная часть меньше, и начинаем делать убавки. Вяжем к носоку пятки, то есть поворотными рядами присоединяем боковые части. Когда половину петель присоединили, далее я делала убавки через один прибавочный ряд, по 3 вместе, одной лицевой с центральной петлей посередине. Потом мы вместе наберем с вами из 3 петель полый шнур. Здесь я присоединяю его по-другому, перекидывая петлю, потому что так более аккуратно и такая красивая-красивая косичка получается. Пряжа может быть любая, по плотности по своей посчитали. И вот эту схему я вам брошу в сообщество для удобства. Давайте вместе завесим остаток. Я вязала 2 сложения, с середины клубочка брала ниточку и... Сначала клубочка 14,5 грамм у меня осталось. И вязала я плотненько, старалась на спицах 3,5. Плотненько, чтобы шапочка не продувалась, потому что она все-таки ребенку. Данный чепчик я вязала из вот такой пряжи пух норки. Компания вот такая. Сейчас запрещено говорить название, это считается рекламой. Либо надо маркировать или маркировать, или маркировать под видео. В общем, что-то надо с этим делать, поэтому называть ничего не будем, читаем на экране. Я покупала на маркетплейсе. Зададите вопрос, отвечу в комментариях. Вот такая марка. И пухнорки мы этот все знаем, 350 метров на 50 грамм. Две основные, одна дополнительная. Она всегда идет в комплекте. У меня несколько упаковок разной пряжи. Я вам позже покажу шапки, варежки, ушанки. И сейчас еще одну другую покажу. Так как я утратила файл, я буду вам показывать вот на этом артикуле. Та же марка. Цвет у меня пыльная сирень номер 14. И давайте посмотрим состав. Она чуть толще. Здесь в 50 граммах 240 метров, 45 норка, 25 мериносовая шерсть, 5% шелк, 30 нейлон, длинный ворс. Оплетена нить вот
вот такими капельками они бывают, попадают с разного цвета. То золотые, то голубые. В общем, разного цвета. И сам лирикс такой голографический. Значит, эта ниточка потолще, буду показывать на ней. Так как я утратила два файла, поэтому буду показывать на ней. Набираю то же количество петель, вяжу тем же номером спиц 3,5, также в две нити, в два сложения. К этой ниточке дополнительная нить никакая не идет. Она этого не требует. Вяжем так. Итак, набрала 91 петлю. И когда мы набрали, у нас это лицевая сторона. Набирала на одну спицу. По разным обстоятельствам набираю иногда на две, иногда на одну. В данном случае набираю на одну. В белой шапочке, белом чепчике я на фабричный край делала по-другому. Оставлю ссылку. И в подсказках будет также. Итак, разворачиваем вязание. Мы находимся на изнаночной стороне. Сейчас другой способ покажу. Первую петлю снимаем. И далее провязываю изнаночная, лицевая. Резинка 1 на 1. Лицевая, изнаночная. До конца ряда. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И в конце кромочная буду провязывать изнаночной петлей. Разворачиваем вязание на лицевую сторону. Это второй ряд. И вот во втором ряду делаются все манипуляции для имитации фабричного набора. Итак, первую петлю провязываю и смотрю, какая у меня вторая. Вторая у меня идет лицевая петля. Вот лицевую петлю я буду подхватывать правой спицей, заводя спицу за вязание снизу вверх. Вхожу в петлю справа налево, снимаю с левой спицы и разворачиваю к себе. Накидываю на левую спицу и провязываю лицевой петлей. Изнаночную вяжу, как обычно. Снова перед нами лицевая петля. Завожу спицу под вязание. Вхожу в петлю в лицевую справа налево. Снимаю ее, разворачиваю к себе, накидываю на левую спицу и провязываю. Изнаночную провязываем. Я вяжу классическое. Здесь не столь важно, какими петлями вы вяжете. Если вы вяжете бабушкиными лицевыми и изнаночными, соответственно, когда вы подхватываете петлю и вывели к себе, она у вас будет стоять не правой стенкой ближе, а вот так вот левой стенкой, да, и вы ее будете провязывать просто за заднюю стенку. Я уже оставлю как есть. Еще раз, для тех, кто вяжет бабушкиными, лицевую петлю забираем, вешаем, как она у вас стоит, а стоять она у вас будет левой стенкой. И просто провязывайте ее за заднюю стенку. И таким образом до конца ряда. Итак, я продолжаю вязать второй ряд. Он лицевой ряд. До конца ряда. И заканчиваем ряд вместе. Лицевую петлю выворачиваем к себе. Изнаночную провязываем. Лицевая, изнаночная. И последняя лицевая. И кромочная петля у меня изнаночная. Итак, мы сымитировали фабричный набор, фабричный край. И теперь вяжу резинкой. Здесь на ваше усмотрение. Первую снимаю. И далее уже все. Резинкой 1 на 1. На любую высоту. Как вам нравится. Не принципиально важно. 2-3 сантиметра. Как кому нравится. Я провязала, закончила лицевой ряд. У меня 2,5 сантиметра. И лицевой ряд закончила, и изнаночный ряд вяжу просто изнаночными петлями. Это подготовительный ряд перед тем, как мы будем вязать укороченные ряды.
провязала изнаночный ряд, разворачиваемся на лицевую сторону, и нам нужны здесь все лицевые петли. Отмечаю центральную петлю, и теперь место лба, вот так вот при сложении, мне нужно опустить на 3 сантиметра. При белой пряже из пухнорки, когда я вязала чепчик, 3 сантиметра это 8 рядов, поэтому я расставляю 8 точек, это будет 4 лицевых ряда и 4 изнаночных ряда. Итак, я установила уже маркеры. У меня 91 петля. На центральной петле поставила розовый маркер. И не считая центральной петли, у меня получается 45 вместе с кромочными в одну сторону. И не считая центральной, 45 в левую сторону, в другую сторону. И вот этот участок, смотря на сколько вы хотите, да, разделить, я посчитала, что мне надо 4 маркера оставить. Если 4 маркера, значит делю на 5 частей. Раз, два, три, четыре, пять частей делю. И у меня так сложилось, что у меня случайным образом, мне так часто бывает почему-то, ровно по 9 петель. 45 петель делю на 5 отрезков, да, получаю 9 петель. И через 9 петель устанавливаю 4 маркера. От центральной петли влево 9 петель маркер, 9 петель маркер, 9 маркер, 9 маркер. И 9 вместе с кромочным у меня осталось. Если у вас делится неравно, то вот сюда, самую последнюю часть ближе к кромочной, относим большую цифру. Например, если у вас 8, 8, 8, 8, там, а здесь пускай будет 10, да? Или там 9, ну, смотря какой остаток. В другую сторону аналогично у меня также расставлены маркеры по 9 петель. Итак, первый ряд. Мы сейчас будем вязать укороченными рядами, значит, пройду все маркеры первый ряд, дойду до маркера, который левее центрального, это будет первый ряд. Изнаночным рядом пойду к первому маркеру, который у меня ближе от центра правее, да? Итак, вот этот маркер номер один. Вяжем до него. Первую кромочную также снимаю. И пошла вязать лицевыми петлями, не обращая внимания на маркеры, которые стоят у меня до центральной петли. Итак, я довязала до центральной петли, вяжу до первого маркера, который слева у меня по лицевой стороне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 петель, снимаю маркер. Разворачиваемся на изнаночную сторону, вяжем немецким способом укороченных рядов. На правую спицу перекидываем изнаночную петельку, ниточку заводим до конца назад и две дужки петли держим аккуратно на кончике, стараемся не растягивать. Чуть туже вяжем изнаночный ряд. Дошла до серединки, да? И теперь в другую сторону, до второго маркера. До ближайшего, проще говоря. Итак, довязали по изнаночной стороне до первого маркера, снимаем его, разворачиваемся на лицевую сторону, делаем разворотную петлю. Если у вас бабушкины, неважно какие у вас бабушкины или классические, за правую стеночку подхватываем. У меня классика, за правую стенку. Если у вас бабушкина, она стоит у вас вот так, все равно за правую стеночку подхватываем ниточку на себя до отказа. Также держим на кончике, стараемся не растягивать. И идем до центра сначала. Так проще, наверное, ориентироваться. И идем по левой стороне, у нас второй маркер, да? Это будет у нас третий ряд. Изнаночный ряд мы пойдем по изнаночной стороне до маркера, который у нас правее стоит от центральной петли. И так далее. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. И девятым рядом уже закончим лицевой ряд. Десятым рядом изнаночный полный ряд будет. Итак, давайте еще раз повторим и пройдем разворотные петли вместе от центральной петельки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девятая петля была разворотная. Слева направо вот так подхватили и провязали. Стараемся не растягивать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9. Снимаю маркер очередной, разворачиваемся на изнаночную сторону. Снимаем изнаночную петлю, так чтобы вам было видно. И ниточку назад, да? Держим на кончике разворотную петлю. И идем изнаночными петлями до ближайшего маркера. По изнаночной стороне встречается разворотная петля, вот эта сдвоенная, мимо нее никогда не пройдете, она отличается. Подхватываем ее правой спицы сзади, проверяем, чтобы подхватили обе дужки. Вот так это выглядит. Обе дужки подхватили, ниточку перевели вперед и аккуратно протащили. Стараемся, чтобы не растянуть эту разворотную петлю. И идем до маркера. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сняли второй маркер на этой стороне, от центра я имею в виду. Снова делаем разворотную петлю за правую стеночку и ниточку до отказа на себя. Держим на кончике, идем лицевыми петлями. Встречается разворотная петля, знаем, как ее провязывать. Слева направо подхватили, аккуратненько скидываем с левой спицы, не растягивая. И дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это у нас пятый лицевой ряд. Вот так, видите, как у нас чуть-чуть прибавляется сюда, ближе к лобной части. Развернулись на изнаночную сторону и разворотные петли знаем все, да, и идем уже шестым рядом к ближайшему маркеру. Пока идем до третьего маркера, встречается разворотная петля. Сзади подхватываем за обе дужки вот так и провязываем изнаночной петлей. И идем до третьего маркера. Это шестой изнаночный ряд. Дошли до третьего маркера, скидываем. И точно так же, теперь у нас осталось по одному маркеру, да, точно так же делаем разворотную петлю, идем до седьмым рядом, до четвертого маркера, разворачиваемся и изнаночным рядом проходим до четвертого маркера по изнаночной стороне. И когда провяжем до этого места, встречаемся. Иду до последнего маркера, который у меня по изнаночной стороне, четвертый, разворотная петля сзади. Подхватываем за обе дужки и провязываем. Покажу еще один вариант, может быть, кому-то пригодится. За две дужки подхватили, на правую спицу перекинули и теперь аккуратно на левую. Только очень-очень аккуратно старайтесь это сделать. И теперь вот эту конструкцию можно провязать за переднюю стеночку. Надо было вначале показать. И иду до последнего маркера. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Снимаю последний маркер, разворачиваюсь на лицевую сторону. И как видите, вот они мои 3 сантиметра. Лобную часть у меня у ребеночка будет прикрыта, да? Берем линейку и проверяем, правильно ли я посчитала. Не считая вот этих двух рядов, у меня ровно 3 сантиметра. Два ряда были после резинки провязаны просто по прямой. Итак, все верно. И дальше продолжаю вязать просто поворотными рядами. Делаем разворотную петлю. Держим на кончике разворотную петлю и пошли вязать.
Если не считать укороченных рядов, то у меня получается с краю, да, я вот не доходила 9 петель, то у меня получается 2 ряда уже было провязано, и это уже пошел третий ряд, который целиком провязывается. Не считая укороченных, я имею в виду. Это если вдруг кому-то пригодится эта информация. Итак, провязываем. Все петли разворотные показала. Здесь, как в круговом вязании, нет последней разворотной петли. Здесь все петли провязываются по лицевой, именно так, как показывала, по изнаночной, именно так, как показывала. И теперь поворотными рядами вяжем лицевыми и изнаночными. И меряем. Вот мне надо на высоту 7 сантиметров далее провязать. Для моего размера, да, вот так, вместе с резиночкой. То есть я буду ориентироваться не по центру, замерять, так как у меня вот эта часть лобная глубже, да, будет, выше, вернее, а именно по краю буду оценивать высоту. И вот так 7 сантиметров вместе с резинкой мне нужно провязать далее по прямой. Просто поворотными рядами, лицевыми и изнаночными, соблюдая кромочную. Итак, вместе с планкой я провязала 7 сантиметров. У меня это 14 рядов лицевой глади, плюс я не считала резинку сколько. Ну, здесь соотношение может быть разное. И смотрите, вот что нам дали укороченные ряды. У нас немножко чепчик в сторону лба наклонился, да? Как сказать-то? Не наклонился, а лобик у ребенка, да, будет немножечко прикрыт. Если есть ребеночек, вообще хорошо померить бы, да? И в этом моменте можно еще добавить, например, подраспустить и добавить. Может быть, кому-то надо 4 сантиметра. Но мне кажется, вот так вот 3 сантиметра я добавила, уже очень хорошо лоб будет прикрыт. Потому что, боюсь, дальше на глаза будет. Попадет ближе к глазам, к бровям. Итак, теперь наша задача. Значит, я вяжу на размер 48. Значит, 7 сантиметров я провязала, не считая укороченных рядов. Далее, смотрю на свой размер. Высота ушка у меня 7 сантиметров. Для этого делим все количество петель на 3. Все девчонки, которые вяжут в Инстаграм и на Ютубе, делят как? Одна часть центральная поменьше, одна часть 30% и 2 по бокам по 35%, в сумме 100%, да? Как высчитать, опять-таки, затылочная часть средняя 30%? У меня 91 петля для моего размера. Умножая на 30%, это получается 27 петель. 27 петель – это у меня центральная. И 91 петля отнимает 27 петель, получаю 64 петли, делю пополам на две части, на левую и правую сторону. Получаю по 32 петли. Итак, у меня 32 петли, 27 и 32 петли. Теперь от этих маркеров в любую желаемую сторону выделить нужно еще по одной петельке, от которой мы будем делать прибавки в левую и в правую сторону. Я беру еще маленькие маркерочки. И здесь уже не важно, хотите в сторону края выделяете петлю, хотите в центральную сторону выделяете петлю, я буду выделять в центральную сторону. То есть я хочу, чтобы ушки мои были на макушке поближе, да? Здесь уже не столь принципиально важно, собственно, одна эта петля. Итак, выделили, у нас есть одна петля. Теперь вяжем до этой петельки. Счетчик рядов, в принципе, не нужен, нам нужна линеечка. Просто озвучиваю, если вдруг плотность совпадает у кого-то. Вяжем до первого маркера. Довязала до первого маркера, перекидываю его. И из протяжки, смотрите, как поднимаю петлю, поднимаю протяжку спереди правой спицы, накидываю на левую. И провязываю не за заднюю стенку, будет дырочка, а за переднюю. Получается прибавка из протяжки с наклоном вправо. Далее, саму центральную петлю я буду переснимать, не провязывая нить за работой. Для чего? Чтобы ушко немножко у нас торчком было.
То есть вытянутые петли будут. И после центральной петельки прибавка из протяжки, только сзади поднимаем ей протяжку, накидываем на левую спицу и провязываем не за переднюю стеночку будет дырочка, а за заднюю. Провязали. И пошли вязать до следующего маркера. Я центральную петельку себе выделю для удобства. Помечу на, повешу на ней маркер. Для наглядности, скажем так. Вяжу до второго маркера. Довязали до другого ушка. Первый маркер перекидываем. Спереди поднимаем протяжку, накидываем на левую спицу, за переднюю стеночку провязываем. Центральную петлю переснимаю ниточкой за работой. После центральной петли сзади поднимаю протяжку, накидываю на левую спицу и за заднюю стеночку провязываем. И довязываем ряд до конца. Последняя кромочная я провязываю изнаночной. Изнаночную сторону кромочную снимаю и все петли вяжем изнаночными петлями. Включая ту петлю, которую мы центральную по ушку переснимали, ниточку оставляли за работой, ее мы также провязываем изнаночной петлей. Дошла до одного ушка, до ближайшего. Все петли изнаночные. Перекинула и пошла ко второму ушку. Второе ушко провяжу также. Кромочная петля будет также изнаночной петлей. Подошла ко второму ушку, точно так же переснимаю маркер и 3 петли между маркерами провязываю изнаночными петлями. Довязываю ряд до конца. И последняя изнаночная петля. Разворачиваемся на лицевую сторону и повторяем то же самое. От центральной петельки, пометьте ее себе, делаем из протяжки прибавку с наклоном вправо, после центральной петли с наклоном влево на каждом ушке. Да? И центральную петлю переснимаем ниточка за работой. Еще раз покажу сейчас. Первую снимаю и пошла вязать третий ряд. Итак, в лицевом ряду подхожу опять к маркеру, перекинул его, провязываю одну петлю и подхожу к центральной петельке. И снова повторяем то же самое, что мы делали в предыдущем лицевом ряду. Поднимаю протяжку спереди до центральной петельки, провязываю ее за переднюю стеночку, центральную петлю переснимаю ниточкой за работой, поднимаю протяжку, накидываю на левую спицу, за заднюю стеночку провязываю. Провязываю петлю, перекидываю маркер. И еще раз второе ушко повторим сейчас. И на втором ушке точно так же. Одну провязали, центральную я помечу. До центральной петли поднимаем спереди протяжку, провязываем за переднюю стеночку, саму центральную петлю ушка перекидываем ниточкой за работой, после центральной сзади подхватываем протяжку и провязываем за заднюю стеночку. Маркеры пусть остаются на своих местах, потом они нам пригодятся. И так в лицевых рядах на протяжении еще 7 сантиметров делаем прибавки в ушках, да?
Дальше продолжаем самостоятельно. Изнаночный ряд провязываем все петли изнаночными. Итак, я провязала 20 рядов поворотными рядами, и от каждой центральной петли ушка у меня в каждую сторону прибавилось, вот мне маркер показывает, 10 петель. Можно даже счетчик рядов не иметь, да, вот прямо отлично видно, 10 прибавленных петель. И, конечно, я остановилась именно тогда, как мне указывает таблица, да. На мой размер 14 сантиметров глубина до затылка, 14 сантиметров смотрю. Расправляю ту часть, где у меня не было укороченных рядов, выравниваю и замеряю 14 сантиметров. И при высоте 14 сантиметров у вас может быть количество петель отличаться в зависимости от высоты вашей петли, да, от плотности вязания. Поэтому здесь плотность в рядах нам не нужна, у каждого своя, и подгонять смысла никакого нету, так как конструкция сама как бы не вынуждает нас это делать. Итак, теперь у нас появилось по 20 петель лишних на каждом ушке, да? Они не лишние, они будут сейчас участвовать у нас в убавках с одной стороны и с другой стороны. Центральную петельку я так и поддерживаю, веду ее, она нам понадобится. Она у нас выпуклая, ее хорошо видно. Не промахнетесь, не перепутаете. Я чуть выше перевешу. Так, теперь будем убавлять, формировать ушки. Сначала будем работать с правым ушком, и по ходу потом будем с другим ушком, с левым работать. Итак, довязываю до ушка сейчас, до центральной петельки не дохожу одну петлю. Подхожу к маркеру, перекидываю его, иду до центральной петельки ушка. Я камеру сделала поближе. Итак, вот они, три петли. Проконтролируйте, чтобы правая стенка стояла к вам ближе, то есть как классическая петля, если вы вяжете бабушкиными. Итак, вот они, три петли с центральной петлей посередине. Провязываем 3 вместе с центральной петлей посерединке, да? 2 первых слева направо снимаем на правую спицу, не провязывая. Следующую провязываем, 2 первых перекидываем и подтягиваем при этом. Центральная петля у нас прямо посередине. Теперь кидаем центральную петлю на левую спицу и еще одну от правой стороны, да? И повторяем то же самое. Вот они у нас, 3 петли, центральная и справа и слева от них по одной петле. Также проконтролируйте слева, которая петелька, чтобы она у вас стояла как классическая петля для тех, кто вяжет бабушкиными. Ну и соседняя тоже от центральной. В общем, обе петли слева и справа контролируйте, чтобы правая стенка была к вам ближе. Если у вас стоит левой стенкой, то просто переверните вот так все петли, да, все три, чтобы стояли. Так, соскочила у меня одна. И повторяем. 2 первых на правую спицу, слева направо. Третью провязываем из этих трех. 2 первых. Стараемся все ниточки захватить. Перекидываем. Подтягиваем при этом. Перекидываем на левую спицу одну центральную и следующую петлю с правой. И повторяем. Слева направо 2 петли на правую, следующую провязываем, 2 первых перекидываем, подтягиваем при этом. Возвращаем центральную петельку ушка, еще одну на левую спицу и провязываем 3 вместе с центральной петлей посередине. Перекидываем. Таким образом у нас одинаково уменьшаются петли справа и слева, то есть вот эти уголочки у нас сейчас, мы вернемся к первоначальному, задача вернуться к первоначальному количеству петель. 2, 4, 6 петель от центральной у меня осталось, 2, 4, 6. И продолжаем в том же духе, пока не останется одна петля. Одну и вторую перекинули на левую спицу, 2 первых на правую. Третью провязываем, 2 первых
перекидываем, подтягиваем при этом, возвращаем одну, возвращаем еще одну, две первых сняли, третью провязали, две первых перекинули, подтянули при этом, возвращаем одну, еще одну, провязываем. Подтягиваем, вот она, наше ушко формируется и с красивой центральной петлей. Возвращаем одну, вторую, слева направо, провязали, перекинули, одни и те же действия делаем. Возвращаем одну, добавляем вторую. И перекинули на левую спицу, и таким образом у нас между маркерами осталась одна петля. Красный маркер пока можно оставить там, где у нас отмечено было, сколько в моем случае 32 петли у меня вот здесь, до красного маркера. Синенький я снимаю, голубенький, который был внутри. И вместе с этой центральной петлей у меня по центру, когда я вывяжу второе ушко, должно бы остаться, как изначально было, 27 петель. Итак, провязываю. Теперь вяжу до другого ушка, красный маркер оставляю. Вяжу до другого ушка. Опять-таки напомню, что проконтролируйте так, чтобы у вас петли стояли как классика. Слева направо центральная, та, которая справа. Слева направо снимаю. Следующую петлю провязываю. Две первых перекидываю. Возвращаем одну и еще одну с правой спицы. Повторяем. Провязали, перекинули, подтянули. Возвращаем одну, добавляем еще одну. Слева направо, третью провязываем, перекидываем, подтягиваем, возвращаем, добавляем, две вместе сняли, провязали, перекинули. Следите, чтобы каждая ниточка, если вы вяжете в несколько сложений, чтобы каждую ниточку подхватить, да, чтобы потом не было неприятных каких-то грешностей, погрешностей, чтобы было все аккуратненько. И последняя петелька. Голубой маркер я могу скинуть. И последний раз провязали, да? Все, у нас все петельки, мы лишние, которые мы прибавили, мы их и убавили. Количество петель у меня сейчас на спицах, как было изначально 91, так и осталось. Вот они, красивые ушки. И красный маркер нам пока пригодится. Итак, теперь далее мы будем вязать по принципу чепчика. Кто не вязал ни разу чепчик, значит, по принципу пятки у носка. Кто-то начинает с изнаночной стороны, кто-то с лицевой начинает делать убавки. Но для начала мы должны вот эти петли, которые у нас по бокам, поделить пополам. Я пока временно вот этот маленький маркер сниму. Значит, вот у нас картина такая, значит, с правой стороны у нас. У меня сколько получается здесь? 32 петли. Я делю пополам 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Вот сюда поставлю большой маркер. Далее, вот 32 петли пополам, 16 у меня стоит. Центральных у меня это будут маленькие красненькие маркеры.
Но они, в принципе, не нужны, потому что у нас будет ведущая петля, вот это видна. Поэтому будет все очень даже миленько. Нам будет удобно. Эту сторону я также делю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ставлю сюда маркерочек какой-нибудь. Или булавочку, если нет, да. Проверяю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Итак, ниточка у нас сзади. И начну я теперь с изнаночной стороны, так как я привыкла вязать пятку. Ну, давайте пока для наглядности оставим. Так, здесь красный маркер, вот здесь красный маркер. Перевернулись на изнаночную сторону. Первую петельку, это та, которая у нас центральная, ушко, мы ее переснимаем, не провязывая. Следующую петлю плотно-плотно провязываем. Идем до следующего маркера. У меня по центру от красного до красного маркера 27 петель. У вас свое, возможно, количество петель. Итак, вот она петля. Перед ней, после нее стоит маркер. Центральное ушко, которое. Вот эту петлю буду провязывать вместе с петлей, которая у нас боковой части. То есть центральную так и должно остаться 27 петель. По принципу вязания носка, да? Так, пока я пересниму, убираю вот этот красненький маркер, возвращаю и провязываю центральную петлю. Сзади обязательно уточните, вместе со следующей одной изнаночной. И разворачиваемся на лицевую сторону. Вяжем как носок дальше. Вот она у нас. Вытянутая наша петелька, наше ушко, наша центральная петелька. Переснимаем как кромочную ее и дальше вяжем до другого ушка. Будем ходить поворотными рядами туда-сюда, туда-сюда, делая одни и те же действия, как в носке. Маркер, в принципе, эти можно снять. Лично мне они только мешают. Мы по лицевой стороне теперь. Итак, вот центральная петелька, вот эта, которая у нас выделена. Я ее разворачиваю левой стенкой. Так, сейчас сниму маркер, мешает. Мы не запутаемся, потому что у нас эта петля выделена. И следующую разворачиваю левой стенкой к себе. Обе петли у меня повернуты и за задней стенки провязываю, то есть с наклоном влево должно получиться, чтобы у нас здесь ровная косичка была. Переходим на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем. Это я показываю для тех, кто ни разу не вязал носок. И идем. Или можете считать каждый раз вместе с этой петлей снятой. Первый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Может быть, кому-то так будет удобней. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И 27-я здесь как раз таки разрыв всегда, также и в носке, да. И вот эту 27-ю вместе с очередной петлей провязываем изнаночной петлей. Разворачиваемся на лицевую сторону и продолжаем чередовать вот эти два ряда. Первую всегда снимаем по лицевой стороне. И возле вот эту центральную петельку, вот эти 27 петель мы постоянно держим. Они у нас пока будут, количество петель не будет меняться. Мы будем постоянно по лицевой стороне центральную вот эту, которую от ушка идет, провязывать с очередной петлей, которая у нас идет по боковой части. До каких пор? Пока у нас мы не довяжем до маркеров, которые мы поставили с одной и с другой стороны. Разворачиваемся когда на изнаночную сторону, первую снимаем, провязываем изнаночными петлями и последнюю петлю провязываем 27-ю вместе с
с очередной петлей боковой, да, изнаночной петлей, и продолжаем, пока не довяжем до маркеров вот этих зелененьких. Мне осталось провязать по одной последней петельке до маркера, который мы отмечали, то есть вот 32 петли, которые было, 16 последних, сейчас вот доделаю 2 петельки. Вот такая картина получается. Последний изнаночный ряд. Последняя убавка. Маркер больше не нужен. Разворачиваемся на лицевую сторону. И уже начиная с этого лицевого ряда, через один убавочный ряд, через один лицевой ряд, будем делать убавки еще и по центру. Вот эта петля, которая у нас изначально стояла по центру, когда мы еще вязали до ушек, то есть по центру всего вязания. Вот я ее так и веду. И теперь в этом, в первом лицевом ряду, дошла до центральных 3 петель, и так же, как мы ушко убавляли, 2 первых снимаю слева направо. Если у вас бабушкина, переверните петли правой стеночкой к себе. И провязываем 3 вместе. Третью провязываем, 2 первых перекидывали. Мы сделали убавку по центру. То есть сейчас мы будем формировать затылочную часть. Вот это она должна сойти на 1/3. Поскольку у меня здесь 27 петель, 2/3 я должна убавить, 27 разделить на 3. Примерно 9 петель у меня должно остаться в итоге. То есть мы сейчас на скос пойдем, чтобы затылок вот здесь закруглить. Не затылок, а уже место ближе к шее, чтобы у нас было здесь закруглено. Вот это первый лицевой ряд. Ну, а здесь у нас еще по лицевой стороне последний маркер остался. Довязываем до него. Разворачиваю обе петли и провязываю за задние стенки, чтобы получилось 2 вместе с наклоном влево. Маркер снимаю. По отношению к этим петлям мы также продолжаем вязать поворотными рядами и делать по одной убавочке в лицевом и в изнаночном ряду. Развернулись. Первую снимаем и продолжаем вязать все так же, пока у нас все петельки не уйдут под вот эту затылочную часть, пока не все туда не уйдут. Вот часть уже нету, и вот осталась половина у нас. И вот он разрыв, делаю здесь убавку. По отношению к вот этой убавочке мы делаем через один лицевой ряд. Соответственно, вот этот третий лицевой ряд я по центру убавки не делаю, просто провязываю. Далее здесь делаю снова одну убавочку, развернусь на изнаночную сторону, как обычно здесь убавочка опять. То есть соединение, присоединение боковых частей. И в следующем ряду по центру 3 вместе с центральной петлей посередине. И так до конца примерно должно остаться 9 петель. Если у вас как-то неравно делится, чуть больше, чуть меньше, не играет большой роли. Я вяжу предпоследний 32 ряд. Снимаю уже счетчик. То есть по одной петле уже осталось. С одной и с другой стороны. Так, 2 вместе провязываю. Вот у меня центральная осталась и последняя петля. 2 вместе провязываю. Разворачиваюсь на лицевую сторону. И последнюю надо убрать по лицевой стороне. И при этом в 33 ряду я должна сделать убавку с центральной петлей посередине. Поэтому сколько у меня получается? 1, 2, 3, 4. Пятая будет центральная. Пятая, 6, 7, 8 и 9 разворачиваю, с наклоном влево провязываю. Здесь я отрезаю нить. А вот эти петли я пересниму вот так вот.
с последней петли, ну, на какую-нибудь, можно на маркеры перекинуть, главное, чтобы их не утерять. У меня вот такое приспособление есть для вязания кос. Беру также две ниточки и одна вспомогательная. Спицы беру меньше, трешка, и буду делать айкорд, полушнур, значит, айкорд, да, на 3 петли. То есть набираем самым обычным способом 3 петельки. 2 и 3. Итак, как набрали, пододвигаем к правому концу спицы, для тех, кто не знает, и с первой петли начинаем вязать лицевыми петлями. Раз, два, три. Все три петли провязали. У нас на левом конце спицы поддвигаем к правой. Берем другую спицу и повторяем. Раз, два, потуже. Три. Пододвигаем к другому концу. И опять провязываем. Так, все захватить, чтобы ниточки, раз, потуже, особенно первую петлю, два, три. И так вяжем на нужную или желаемую длину шнура. У меня в районе 35 сантиметров. И сразу можно хвостик прибрать, так как это полый шнур. Внутрь вставляем крючок. Сначала, там где у нас ниточка, да, хвостик, подхватываем на крючок и протаскиваем внутрь шнура. Здесь выпрямили и завязали. С другой стороны точно так же сделаем. Так, теперь наша задача присоединить к шапочке. Шапочку беру к себе лицевой стороной и затылком. Итак, у меня 3 петли айкорд. Я делаю его не так, как все нормальные люди. Я делаю немножко по-другому. Итак, значит, из своих 3 петель я провязываю сначала 2 петли. Раз, два, третью переснимаю слева направо, вот так. Теперь берем шапку, ищем последнюю косичку. Так как у нас первая снималась, последняя провязывалась, то получается за 2 ряда у нас вот такая вот одна косичка получается. Я вот войду в самую крайнюю, вытащу петлю. Можно воспользоваться крючочком. И теперь третью петлю перекидываю через петлю, которую мы вытащили. Теперь 3 петли у меня. Снова пододвигаю к правому краю. Провязываю 2 первых. Раз, два. Первые 2 очень туго. Третью снимаю слева направо, не провязывая. И снова вытаскиваю петельку из косички, перекидываю ту, которую не провязана, через нее, вот так. Снова пододвигаем все 3 петли к правому краю спицы, провязываем 2 первых петли, раз, потуже, два. Третью переснимаю слева направо, разворачиваю к себе торцом край шапки, потаскиваю петлю и через нее перекидываю нашу третью петлю. Таким образом получается вот здесь по краю красивая-красивая косичка. Я подхожу уже близко к центральной части затылка. Так, я сейчас вот эти петли, которые у меня на затылке были оставлены открытыми, перекину на спицу.
последнюю не утереть. У меня здесь нить. Итак, все три петли возвращаю сюда же. Провязываем раз, два, третью слева направо не провязываем. Это петля. Теперь мы ее провязываем. Это петля затылка первая. И перекидываем третью. Да, вот так вот и дырочки нет, и все нормально. Все три петли возвращаем на спицу и продолжаем. Первых две провязываем потуже. Раз, два. Третью слева направо, на правую спицу перекидываем. Провязываем петлю затылка. Перекидываем третью. Все три на левую спицу. Первых две провязываю. Раз, два. Третью слева направо переснимаю. Петлю затылка провязываю. Перекидываю. У нас осталась одна петля от средней затылочной части, как сказать-то, средней части. Так, вот третью пересняла. Эту сейчас подтяну, потому что у меня там еще хвостик не прибран. Провязываю последнюю петлю от средней части и перекидываю. И дальше продолжаем здесь также по косичке, как и в начале, да, делали. Давайте вместе начнем. Две первых провязываю. Раз, два. Третью переснимаю слева направо. Разворачиваем торец косички. Вот эту вот я не буду поднимать, иначе здесь будет дырочка. А вот следующую косичку вытаскиваю петлю и через нее перекидываю ту, которую мы не провязывали, третью. Вот тогда дырочки не будет, да? И дальше продолжаем по косичке. Смотрите, что получилось у меня в итоге. Размер получился больше, поскольку пряжа толще. Я еще не сделала обвязку. Еще ниточку не отрезала. А те же петли получилось на размер больше. У меня вот эта кукла размером 55 голова. То есть это уже взрослый размер чепчика.